говорят, в жизни и бизнесе главное – это партнер. Так вот, надежный финансовый партнер многих предпринимателей на Алтае – Сибсоцбанк. Сергей Горлов с банком, которому нынче исполнилось 30 лет, сотрудничает около 20 и уже считает его ни много ни мало родным. Расчетно-кассовые операции по платежам, кредитование очень серьезное с любимым банком у меня. Затем, зарплатные карты проекту у меня с Сибсоцбанком. Я начал с лизинговых операций, затем открыл счет, и отношения становились все лучше и лучше. И банк именно со второстепенных моментов своих значимости для меня перешел в первостепенные. Родных не бросают, говорит предприниматель, тем более Сибсоцбанк знает специфику Алтайского региона, потребности его бизнеса и всегда готов предложить подходящие клиентам условия, проявить лояльность и гибкость. Банк активно работает по различным льготным программам краевого и федерального уровней. Основные программы, которые пользуются большей популярностью среди бизнеса, это программа Минэкономразвития, это программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, это выдача кредитов за счет средств краевого лизингового фонда. У нас отсутствуют штрафы за досрочное погашение по кредитам, что является немаловажным фактором. Клиенты Сибсоцбанка получают полный комплекс банковских услуг для комфортного ведения бизнеса. Так что, выбирая этот банк, есть возможность получить друга и надежного финансового партнера на долгие годы.